Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 320. Какой многочлен надо вычесть из двучлена 4а в кубе минус 8, чтобы разность была равна, и нам предложены варианты. Итак, если а, b и c – это наши многочлены, то как найти вычитаемое? Чтобы найти вычитаемое, нужно от уменьшаемого вычесть разность. Поэтому назовем наш многочлен b. Пусть b многочлен. Тогда по цифре 1, чтобы его найти, нужно от уменьшаемого, а это у нас данный многочлен 4а в кубе минус 8, вычесть разность. Разность у нас минус 4. Раскрываем скобки. 4а в кубе минус 8, минус перед скобками, поэтому меняем знаки в скобках на противоположные, плюс 4. 4а в кубе, минус 8 плюс 4, минус 4. Итак, от многочлена 4а в кубе минус 8, если мы вычтем двучлен 4а в кубе минус 4, мы получим с вами минус 4. Проверим. Раскрываем скобки. 4а в кубе минус 8. Перед скобками не стоит знак минус, значит, это плюс. Просто опустили скобки. А теперь перед скобками стоит знак минус. Меняем знаки на противоположные. Минус 4а в кубе плюс 4. 4а в кубе и минус 4а в кубе взаимно уничтожаются. У них противоположные коэффициенты, их сумма равна нулю. К минус 8 прибавляем 4, это минус 4. Что и требовалось доказать. По цифре 2. Ищем многочлен. От данного многочлена 4а в кубе минус 8. Вычитаем 9. Получаем 4а в кубе минус 17. Проверим. Если мы от многочлена 4а в кубе минус 8 вычтем найденный нами двучлен 4а в кубе минус 17, раскроем скобки, приведем подобные слагаемые, должны получить 9. 4а в кубе минус 8. Раскрываем скобки, меняем знаки в скобках на противоположные, потому что перед скобками стоит знак минус. Минус 4а в кубе плюс 17. 4а в кубе и минус 4а в кубе взаимно уничтожаются. Это подобные члены, у них одинаковая буквенная часть а в кубе, а коэффициенты у них противоположные, их сумма равна нулю. 0 умножить на а в кубе это 0. Ну и теперь к минус 8 прибавляем 17. Это то же самое, что от 17 вычесть 8. Это 9. Все правильно. По цифре 3. Найдем многочлен b. От данного многочлена 4а в кубе минус 8. Вычтем разность минус 2а в кубе. Раскрываем скобки. 4а в кубе минус 8. Перед скобками стоит знак минус, поэтому знаки в скобках меняем на противоположные. Плюс 2а в кубе. Складываем. 4а в кубе плюс 2а в кубе – это 6а в кубе. И минус 8. Проверим. А 4а в кубе мы вычтем 6а в кубе. Получаем минус 2а в кубе. От минус 8 вычитаем минус 8. Это будет минус 8 плюс 8 – это 0.
Ну, можем сделать подробно. 4а в кубе минус 8 минус 6а в кубе минус 8. Раскрываем скобки, меняя знаки в скобках на противоположные, потому что перед скобками стоит знак минус. Будет минус 6а в кубе плюс 8. Минус 8 и 8 взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю, это противоположные числа. 4а в кубе минус 6а в кубе. Складываем коэффициенты. Перед числом с большим модулем стоит знак минус. Значит, результат отрицательный. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 6 вычитаем 4, это 2. Получаем минус 2а в кубе. Все правильно. И последнее, четвертое. Найдем наш многочлен, двучлен. Для этого от данного двучлена 4а в кубе минус 8. Вычтем разность. 3а. Все, здесь нету подобных членов, поэтому в таком виде он и будет. Проверим. 4а в кубе минус 8. Вычтем полученный трехчлен. 4а в кубе. Переставим местами. Минус 3а. Минус 8. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки в скобках меняем на противоположные. Это будет минус 4а в кубе плюс 3а и плюс 8. 8 и минус 8 взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю, потому что это противоположные числа. 4а в кубе и минус 4а в кубе взаимно уничтожаются. У них одинаковая буквенная часть, но у них коэффициенты противоположные числа. Их сумма равна нулю. 0 умножить на а в кубе – это 0. И остается у нас 3а. Все верно. Мы нашли данный многочлен. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте, пожалуйста, в комментариях под этим видео.